Накануне 1 мая в Волжском запустили фонтаны. Ровно в 6 часов вечера на время на воздух поднялись струи воды на улице Фонтанной, парке ВГС в 18-м микрорайоне. Самый большой праздник состоялся на центральной аллее парка Волжский. Впервые в регионе наш телеканал вел прямую онлайн-трансляцию с 4 точек города одновременно, передавая в режиме реального времени все, что происходило на площадках. Полную версию этого праздника, ставшего началом новой традиции, мы по многочисленным просьбам повторим в своем эфире. А сейчас наш корреспондент вкратце расскажет об этом ярком и музыкальном водном празднике. Весело, ярко, с живой музыкой и хорошим настроением. Настоящий праздник для всех волжан. Так можно охарактеризовать мероприятие, которое недавно состоялось в Волжском. Открытие фонтанов – это как символ приближающегося лета. В этот раз водные арт-объекты в разных частях города запустили одновременно. За этим масштабным событием зрители могли наблюдать в прямом эфире телеканала «Волгоград-1». Трансляция велась сразу с 4 точек. На какой улице? На улице Мира! Николай у нас в эфире. Покажут все, кто здесь находится, а это значит историческое событие. Добрый вечер, Волжский! Добрый вечер, площадь Ленина! Сегодня мы присутствуем при историческом событии. Сегодня открывается фонтанный сезон, и мы находимся на дне рождения нового фонтана, новой фонтанной площади, которая находится в 18-м микрорайоне. И я хочу сказать, это действительно очень важное историческое событие. Такое чувство, собрались все здесь люди, как будто весь город находится здесь. Помимо центральной аллеи парка Волжский и улицы Мира, фонтаны открылись в старейшем парке города Волгоград Гидрострой и на улице Фонтанной, которую еще в народе называют улицей первостроителей. Каждый из водных объектов отличается своей индивидуальностью и замыслом, но все они служат одной цели – радовать волжан и гостей города. Мы в городе Волжском. Торжественная церемония запуска фонтанов на ваших глазах буквально происходит. И я рада вам представить Игоря Николаевича Воронина, глава Волжского. Игорь Николаевич, когда ехала ваш прекрасный город, действительно его очень люблю, спасибо вам за это, видела плакат «Волжский город ярких людей». И праздник ведь действительно сегодня, посмотрите, какой яркий, даже детки к нам подбежали. Вот действительно, устами младенца глаголит истина. Да, здорово. Волжский вообще интересный город, яркий город. И волжане необычные люди, и это многие отмечают, и не только на территории Волгоградской области, но и далеко за ее пределами. Надя, вот посмотрите, как сегодня преобразилась площадь, да, после зимы, после такой затяжной весны. Волжане уже пришли, они уже хотят праздника, и в городе появляется новый праздник, это вот праздник фонтанов. Все же главной стала площадка в парке Волжский. Здесь, на большом экране, благодаря работе нашего телеканала, волжане могли наблюдать за процессом запуска фонтанов со всех остальных точек. А на главной сцене в течение всего вечера выступали лучшие творческие коллективы Волжского. Но главной изюминкой этого вечера был запуск нового фонтана в парке Волжский. Для этого необходимо было дождаться захода солнца, чтобы продемонстрировать всю красоту водного объекта. Вместо классического отсчета волжане кричали ноты. И неспроста, ведь новый фонтан светомузыкальный. И как сказал Юрий Гагарин, поехали! Друзья, ваши аплодисменты! Снимаем на сотовый, показываем всем друзьям в сторис. Вот он, главный фонтан города Волжского. Таким образом, в Волжском открылся новый сезон. Многие гости праздника высказали свои пожелания проводить общее включение фонтанов каждый год. И кто знает, возможно, весна 2018-го станет отсчетной точкой новой доброй традиции. Сабина Саблина, Виктор Хиврин, Вести 34.